первый выезд. Заказчику везем покупку. Сейчас. Против солнца. Еле завели, 10 градусов ни хрена не заводится. Сейчас день-два попробуем поставить на него подогреватель. Именно вот этот, польский. Поровнее этот, не крутится колеса, чтобы поровнее встать и его просто затащить. Мы же еще не профессионалы, мы только для своих тракторов его. О. Прошло ли и часа с начала видео на этом, на ютубе, и нашелся клиент у нас в Вышнем Волочке, его на запчасти заберет. Коробка целая, снят только кулиса. Так ничего там не трогали. Его разбирали с рабочего. И вот так вот, сейчас я его свезу. Это постучать, да. А? Я думаю, что так заскочит. А-а-а. Ну, Игорь совсем не торопится. Сейчас мы его и проверим. Отошел, а так, блин, трактором дергали, заводили, блядь. Минус 14. Ни хрена нет. Не хочет. Игорь, еще надо вытаскивать, да? Да хрена уже. Значит, тебе вперед надо дать еще, чтобы он на горку встали нам. Получилось у нас заснять саму погрузку, только я не заснял. Вот сейчас звезда нашего канала уже везет. Не знаю, будет видно? Да нет, наверное. Вот сзади. И телефон мне туда сунут. Возле пит-стопа везем Вышний Волочков. Это как называется-то? Деревушка. О, недалеко, по Ленинграду. А? Поддубки, наверное, да, вон пит-стопская. Я проезжаем. Так, ставлю кадры самой поездки. Прихватил у нас солярочку.
Так что не знали, доедем или не доедем. Но вроде бы едем, ладно. Ладно, решили заснять. Вон он стоит, едет к новому хозяину. Буквально хозяин нашелся за час-полтора нашего видео в Ютубе. Говорили, что мы его сами привезем. И едем, его везем. Хозяин, вышний волочок. Ладно, как говорилось. Привезли. Что, все то? Все то. Ага. Этот? Нет. Не есть такой же, 380. Ага. Интересно у вас стоит. А, цилиндры как сделаны. Охренеть. И масляный насос уже стоит новый. Ну, подсъемный. Прикольный. Это. Ступеньки все целые, лестница. Магнитон уже стоит. Охренеть. Интересно. Ну, здесь все нормально. Как и должно быть. Ручка родная, что ли? Прикольно. Живой такой, комплектный. А что там за ЗИЛ-то такой? Там и все? Охренительный. А самый прикол то, что вон там он фабрика светится, и она вся полностью разрушена, брошена. И вот такой зилок, лебедка 131-го, такая же. Охренеть. Еще ифы даже здесь. Вот эту я точно давно не видел. Раз. Да, и ты приехал. Еще, не бойся. Нормально. Давай, не переживай.
Так, еще один. Ну это раритетище. Наверное, одни из последних. Охренеть. Мощь. Ладно, наверное, все. А там какой-то не русский продавал. А, это чайка продавал. Да. Там мотор от газона, у них там она такая вот. Да. То есть тоже все штудируете, да? Ну да. И какую, как он сказал, ЗИЛ? Юность? Да ее вообще. Она экспериментальная, наверное, была. Сейчас покажу. Чуть-чуть. Ну вот. Вот такую себе поставим вперед, да, Серега? Найди ее на дороге. Эвакуатор.